Сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с полицейскими продолжают проверять магазины, торгующие пиротехникой. Сегодня такая проверка прошла на улице Виноградной. В первую очередь комиссия смотрит документы. На каждый из видов товара должен быть сертификат качества. Вы можете, допустим, показать на определенный сертификат на продукцию? Вот они, да, наши. Большие они. Да, вот все большие, понятно. Есть. Смотри, какие по названиям. Проверяющие смотрят и срок годности взрывоопасной продукции и уточняют условия реализации хлопушек и салютов в первую очередь подросткам. До 18 категорический запрет. Вот воюем тут с детьми. Паспорт спрашиваете? Ой, да, когда спрашиваю, нам даже на лицо же непонятно, они обижаются. В магазине фейерверков на виноградной комиссии никаких нарушений не нашла. А значит, эта пиротехника легальна. Чего не скажешь о хлопушках, купленных, например, в палатке на улице. Главный врач скорой помощи Сосоми Бония показывает карточки пациентов, которые в прошлом году пострадали от пиротехники. Молодой человек, 39 лет, тоже при взрыве петарды в руках, травматическая ампутация. 2-го, 3-го, 4-го пальца. Вот, например, молодой человек, 21 год, при взрыве петарды в руках, да, произошла травматическая ампутация левой кисти. Получается, что человек остался теперь уже инвалидом. Такую печальную статистику составляют и подростки, и люди пенсионного возраста. Причины – это и неаккуратное обращение с опасными игрушками, и алкогольное опьянение, и некачественный товар. Буквально за 2 часа новогоднего праздника, это начиная с 0 часов до 2 часов ночи, в 2014 году у нас обратилось 11 человек. 11 человек – это именно, я дал сейчас статистику тех людей, которые на самом деле получили тяжелые травмы. Ну а так где-то порядка 50 человек это получили такие незначительные травмы в виде ожогов, но тоже не очень приятное. Чтобы не стать жертвой взрывоопасной продукции, специалисты рекомендуют покупать петарды только в специализированных магазинах и не вестись на низкую стоимость хлопушек в уличных палатках. Кроме того, обращать внимание на сроки годности товара и обязательно подробно изучать инструкцию. Ведь только сертифицированные петарды, салюты и фейерверки и только в умелых руках – это красивое зрелище. В остальных случаях это опасная продукция, способная испортить не только любой праздник, но и в целом жизнь, что гораздо важнее мимолетного удовольствия. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.